Привет, живоданчик. Короче, ребят, жду начала ККВ. Сейчас я, короче, проверю. Вот, как там работает, что, как там сетка вообще поживает. А, сетку надо нормальную, кстати, добавить сейчас, а то я... Она еще пустая пока что, самая главная сетка эта. Сейчас я добавлю в описание сетку, которая, ну, адекватная, которая с сайта GoFSK. Вот. Скину вам, сейчас все продублирую. Сетку делают, ребят. Сейчас мне надо бы кофейку заварить, наверное. Ну что, кофе зарулил, ребят. Короче, жду сетку вместе с вами. Сейчас надо будет снять его. А вот и сетка подъехала. Нужно выбирать, куда врываться. Так, давайте посмотрим на стриме ее чуть-чуть. Так, НИП. О, НИП сегодня играет отлично. НИБа можно будет глянуть немножечко. Там зерги у него сразу могут отлететь на халяву. Баня, тейл, струй, силки. Так. Стоит вял, контрол сегодня, смотрю, играет. Килажур сорец. Ну, топ. Блай с каким-то мертвецом. И Скарлет Блай дальше попадется. Вот это халява. Джак же против Крейдера, кстати, можно глянуть. Кьюриас Клауди, Хиро Рекс, так, Элайф, Гумихо. Кинг Сид. Мару Акзис. Азербайджанский наш товарищ, который здесь частенько сидит. Так, Крейдер с кем там? С Джак же. Так, Элайф с кем-то там бьется. А чё Элайф не пишет? Я чуть не понял, с кем он бьется-то.
Так, короче, пишу Джаджи. Надеюсь, он меня сейчас позовет. Вот Алаева я бы тоже посмотрел, но у него какой-то там вообще мертвый игрок в начале, поэтому я думаю, в этом смысла особого нету. А вот Джакджи Креатор, хорошая пара, давно не видел я Джакджи. Так, привет, Паш, 3 минут задержка. Написал бы ты мне хотя вчера еще, короче. Проблема в том, что здесь, если ты обратишь на Team Liquid, увидишь, сколько стримеров. У них есть кокастеры тоже там, то есть они не все по одному стримят. То есть там Бейстрейд 2 человека, корейцев там несколько человек. Вот, поэтому я думаю, что, ну, может просто места не хватить, потому что все за квоты, например, там все по очереди играется, и, ну, тяжело будет. Вот. Прорваться, то есть надо было Аполло писать, а сегодня уже я увидел за 10 минут до начала, как бы, и он на кипише уже явно по-любому, все тупо не успел отписать, как его. Ну, ждем Джакжи, короче. Так. Секундочку, кофе проверю. А кофе, конечно же, убежал. Что у них за картинки-то такие хитрые? О, спасибо, Джак же добавил. Просто царь. Так, звук надо прибавить. Теперь у меня уже на Корее тут просто. Нормальный френд-лист, я смотрю, уже тут пацанов нормально. Будем помаленечку добавлять еще больше. Привет, Акзис. Удачи тебе, но ты, может, уже не услышишь, потому что 3 минуты задержка. Хотел я картинку поменять, ну да ладно, уже ни хрена не поменять, ребят. Начинаем с Креатора Джагры, сегодня вырываемся.
Нормально, без опозданий. Ну все, ребят, Creator Judge поперли. Будет интересно в любом случае. Я пока буду законтроливать сетку, тут попробовать сбоку. Все лишнее закрываю нафиг. Улучшение завершено. Так, Пейшенс там по сетке идет еще. Повезло риперу. Джак же залетался, он тут потерял риперка в итоге. Что-то под фриз какие-то идут небольшие, не знаю почему. Привет, Харузантик. Плюс 2 гейта пошло, короче, еще. Блин, все стандартно, абсолютно стандартно у креатора. Джак же делает, смотрите-ка, передроп Минки Мариков. При этом строится танчик. И Марики под реактором, еще бараки пошли. Тоже достаточно стандартный билд, строится инженерка, но... Возможно, мы увидим какой-то выход с танками от Джакжа в перспективе. Ведь они сейчас очень и очень сильные, эти все выходы. Уже не раз это демонстрировалось. Кому наверх?
Ваши войска атакованы. Бегом! Рейсейн готов! Рейсейн готов! Так, и да, пошел выход от Джакжика. А тут-то третий Никсусочек. А где сталкеры все вообще? Сталкеры есть и даже адепт, но они все не около третьего Никса. Третий-то отменит Джакжи, но может лучше было подойти сюда, ко второй базе. Ну так и вторую, может быть, даже не отменил бы. Так, пришел крейтер, наполучал плюшек от танков больных очень. И снимается Джакжи, уходит сейчас. И танчики прямо через центр в наглую уходят. Здесь либератор на второй, ну нагло разложен. Ну что мешает через шип чик-чик расложиться здесь попробовать? Очень нагло Джакжи, ой, этот Джакжи играет сейчас. Либераторы прям в лоб прилетают. Ну разложись ты нормально вот здесь вот. Прям вот отсюда на мою подлетел и прям в наглую разложился. Что мешает, еще раз повторюсь, вот сюда и... Так, shift, чик, right-click. Е там или как раскладка, и сюда потом, как бы, и все, и не надо будет его контролить, он сам залетит и разложится. Минус медивак сейчас будет, ошибка от Джакжи. Хотя нет, смотрите, успел уйти, повезло. Был бы креатор рядом, могло бы быть больно, но лимит от Джакжи больше, все же самое интересное. У него доделывается Стим, но щиты будут очень поздние получать. Зато третья цеха полетела, и уже 5 бараков сейчас будет продакшн, то есть продакшн очень серьезный. Вот в последнее время смотрю, Джакжи уже, наверное, больше года. Вот все вроде он нормально делает, но потом бах и проигрывает постоянно, как-то нелепо. Так, танчик минус. Ну, тут сталкеры тоже продемеджились. Ну, правда, ни один, по-моему, и не погиб, хотя, может, я был невнимателен. Сталкеры погибли, когда они погибли? Но не сейчас, на танке, судя по всему. Пробивает охлаждающую башню Джакжи. Все, она падает, завалил здесь все. Танчик третий с цехи полетел. Чем он вообще туда пошел? А здесь кто причинит сюда не разложить, не знаю. А, ну здесь уже и либераторы есть, в принципе, все окей. Там плюс один делается у креатора. Слил обсервера на халяву, сталкерами ходит. Видимо, дропы пытается поймать или не знаю, что сделать. В итоге 65-59 по рабам в пользу Джакжи. Третий Никс намного раньше, все замечательно. Еще один сталкер слился на центре. У креатора Джакжи простимпачил там часть мариков. Щиты заказаны, но еще 50 секунд, даже 60 минуту, короче, до щитов. А, плюс один и глеф, и это будет больно, если Джакжи умудрится наломиться на такие грейды оппонента. Но зато призму поймал, вот это уже хорошо. Так, здесь адепты ворвались, танк пытается минуснуть. Либератор объяснил им, что я прикрываю тебя, танк. Привет, танк. Прикрыл его, короче. Вот такие вот дела. Неплохо, а вроде все не выспался. Без перебора, то есть не спал больше, чем нужно. И это замечательно. Значит, будет все окей, сейчас кофейку еще бомбану. Правда, оно закипело там и кипело не знаю сколько, пока я пришел. Джакжи обходит сейчас через верх, щиты готовы, нужно раскладывать либерков просто сейчас. Что Джакжи и делает, раскладываются либерат, ну камни-то надо пробивать, что еще делать-то здесь? Конечно, минки надо вкапывать просто. Что Джакжи и делает, соответственно, здесь надо врываться как можно быстрее, либераторы еще ближе раскладываются, что Джакжи боится-то, не заходит совсем. Прирост дома. Не ведет пока вперед. Минки хорошо, креатор колоссами бреет здесь. Уже Джакжи стоял, отдал все минки и решил ломануться. Ну, это неправильно было. Прирост выдвигается вперед. Но либераторы хорошо контролятся здесь, конечно.
Хотя нет, три минки еще есть. И не все они стрельнули еще, между прочим. Вот теперь одна точно осталась. Еще две минки подходят. Новые либераторы подлетают. Почему дальше-то их чуть не разложить, чтобы вот хотя бы на пару СМЭ круг дальше был? Вот если еще чуть дальше вот так вот хотя бы проставить кружок, то это все не сможет тут находиться. Здесь очень много юнитов у Протоса. Причем лимита Джагжа на 40 больше. Ему нужно реализовывать обязательно сейчас эту движуху. Так, обсервер залетает. Нужен скан срочный. Один сзади где стоит при этом. Приходит сталкер. Тут такого дамага либератора им дают. Там штуки 3 погибло сразу вообще. Но здесь штурмовики. Со штурм? Да, со штурмом уже штурмовички. Здесь что-то ходят викинги какие-то, блин. Четвертую цеху Джагжа занимает. Как же долго Джагжа соображал, что нужно идти ему вперед. Так, идет крейтер вперед, но слишком много Джагжа, все слишком много. Шторм набил по либераторов, сталкер заблинкиваются, они как орешки там крошатся, и Джагжа успевает Нексус фокусить. И дроп на мейн пошел, несмотря на то, что крейтер отбился слишком дорогой ценой, он здесь отбился, я думаю, что это 1-0 Джагжа, скорее всего. Уверенно Джагжа прям как-то отыграл. Я даже удивлен немножечко. Так, Дарк успел навартиться. Сейчас надо бы просканить. Просканил Джагжа. Загружается, улетает. Колосс 3 пришли правильно. Все, не смог бы он их убить. Ну, никак вообще физически. Так, здесь отбился. Туретка недостроена. Вот, достраивает туретку. Молодец. Забирает юнитов отсюда. Здесь нужно сваливать. Кому же быстрее. Тут Джагжа и делает, соответственно. Крейтер понимая то, что экономика у него слишком печальна на данный момент.
Ну что, ребят. Джакжи Creator 1-0 Джакжи. ЦЦху первую решил сыграть. Здорово всем, пацаны. Пилю иногда рекламку. Блая стримить. Как у Блая будет оппонент какой-нибудь поопаснее? Блая Скарлетт будет, наверное, в третьем туре. Джакжи, кстати, тоже по этой части сетки идет с Креатором. Посмотрим, что интереснее будет. Там и НИП сверху, я смотрю, бьется. Снизу Тивайт с Маро пересекутся, друг друга выбьют, если даже друг до друга дойдут. Печаль полная. Так, ну что, здесь идет вперед у нас Джакжи несколькими мариками. Креатор Оракула делает. Здесь туреток нету, ни хрена здесь нету. Хотя инженерка достраивается. Но марики опасно заходят. Смотрите, пилона-то нету до сих пор. Сейчас марики кабину начнут рабочим ломать. Да фокусни ты кого-нибудь еще. Таракул вылетает. Пожег всех мариков. Пытался бункер на третьем некусе Джакжи впереть, ничего не получилось, но Оракул спалился на мариков, в итоге туретки успевают доделаться, все, Оракул здесь ничего не сделает в итоге. И Джакжи, самое главное, пытается выйти через центр к третьему некусу, видимо, я не знаю. Мог бы выйти, на самом деле, мог бы. Хотя здесь еще один Оракул будет, там и несколько адептов, если не получится ничего сделать, ничего хорошего Джакжи не ждет. А стимпак уже почти готов, поэтому почему бы не дождаться стима? Так, пытается выпилить. Да нет, не выпилить здесь будет креатору, ничего. Джакжи достраивает старпорт в итоге. Пытался мариками Оракла поймать, не поймал. Не поймал. Реактора на факте пойдет. Ну, минки нужны сейчас по новому стилю. Я думаю, как тирана играет без минок вообще никуда, на самом деле. Это тиранам пора запомнить, потому что либераторы, минки — идеальное сочетание. Там минки перед био, минки перед танками, как бы. То есть, если прот срывается, минки наносят гарантированный ущерб. Так, Revelation пошел со стороны Оракула, но он кончится через сколько там? 30-40 секунд висит он, я не помню. Так, а Оракул где? Сейчас мы проверим, что там он висит. 43 секунды. Много, конечно, много. Спалил тут креатор 2 медивака. Нагло, прям как Джакжи урывается. Хорошо тут марики бьют, чем отпускать? Со щитами.
с лечением. Сейчас Старгейт будет уничтожен. Все, оракулов больше не будет. И Старгейта из этого построена. Очевидно, надо добить Старгейт, надо добить, добивай Старгейт, Джак Джон. Джак Джон тут еще... Куда ты полетел, добей! Вот он дает, а. Здесь еще контроль был. Оракула сбил, что ли? Да, сбил Оракула еще одного, Джак же в центре. Отступил назад, Ревелейшн больше не будет. 104-93 по лимиту. Старгейт-то выжил, все, можно пилона восстановить, он Оракула будет спокойно строить абсолютно. Мов для Ревелейшена. Так, здесь КСМ и Дистанс Майник начинает. Здесь пилон для пуша, видимо, ставится. Нужно с эхой перелетать и туреточку поставить. Жестко Джак же опять дропается, уже в этот раз Doom дроп почти всю армию привез, там 5 медивак. В это время 2 Марика, 2 мародера, пилоны по центру ломают. Джак Джонс улетает здесь. Так, Минка падает, врывается на третий Нексус сейчас, здесь Фотонка есть. Еще один пилон будет уничтожен, судя по всему, да, еще один пилон уничтожает Джак же. Здесь на Фотонку попал. Нужно аккуратнее быть и уйти в центр вообще. Можно сместиться всех вместе, взять, короче, и заходить куда-нибудь. Здесь можно минкой закопать четвертый Нексус там отменить, например. Контрурывы будут. Да, вот один единственный адепт варпится. Ну, с плюс один, то есть рабух будет эффективно шатать адепт. Ну, Джак же жесткий там в центре вылазка идет. Тремя адептиками можно уже и ворваться. Джак же вообще не готов. Он все в атаку бросает сейчас. Свое войско. Хорошая реакция со стороны Джакжа, но адепты уже убьют точно что-нибудь. Так, на второй адепт проходит, а у Джакжа и на второй ничего нет, зато Джакжа на третий Нексус резко заходит сейчас. И Креатору нечем ответить просто на этот врыв. Это минус третий Нексус будет стопудово. А для Протоса это практически катастрофа. Четвертый Нексус есть, конечно, но... Колоссы еще без ренжа, вообще здесь все как-то печально. Передроп на вторую базу, где еще минка по эмортлу жахнула. Дроп Мариков идет, дроп бил за вторую базу. Это неприемлемый дэмэдж для креатора будет, стопудово. Колосс без ренжа, рабочие уничтожаются. Просто провал полный. Еще сейчас четвертый Нексус отменить, то вообще ГГ. 104-139, похоже, что минус креатор это. А в предыдущий день, это не вчера, правда, было, бился заход у Креатора 27 числа с Зестом. Оракула через кнопку S быстрее на ходу и развернуть. На каком ходу, куда развернуть? Оракула разворачивается моментально, у него нет инерции вообще. Какое S, зачем? Просто берешь и в другую сторону нажимаешь. То 1.73 по лимиту. Да, здесь Джак же креатор пошатал адептами. 36 КСМок выбил. Если бы была стационарка у Джак же, хоть что-то он смог бы сделать. Но креатор вынужден улынить, у него все очень плохо. Но у креатор 2-1 грейды сейчас будут. И 2 колосса с 3 эморфлами. Это опасно. Еще и викинга забирает сразу одного. Сканит Джак же, видит, но здесь слишком что-то много био, я смотрю. Креатору вообще нельзя стоять сейчас. Просто нельзя стоять. Ну, двух адептов надо залететь туда, вперед. Креатор вообще решил, что ни сколько не надо залетать вперед адептам. Минус колосс. Ну, пока креатор вроде сопротивляется за счет имморталов и колосс. Но один колосс уже погиб. Пытается креатор идти дальше, здесь под либератора попадает. Либератор имморталов именно зафокусил сейчас. Это ГГ, ребятки. Это 2-0 Джак же. И это факт. Как-то вообще изи для Джак же это было, я вам скажу.
Ну что, будем врываться в другие игры сейчас. Пробовать. Снуп Топ, кстати, бьется здесь у нас. Ну, то получится найти. Ничего не вижу, снута. Так, Алайв. Хира, кстати, возможно, с Алайвом будет играть. Что это за Хира? Ликвид Хира это. Ну, я вижу, да, по никнейму. Кинсид, Гумихос победителем. Так, Нип с панком, кстати. Начали уже давно. Да, они с панком начали, похоже. Блин, и они бы у меня нету. Показалось, оракул медленно поворачивается. Ну, когда его ты не контролишь и... Тебя атакуют просто, естественно, он медленно, он чуть отлетит, потом еще чуть отлетит. Возможно, там такая ситуация была. Нип же баркод, точно, кстати. Так, Блай там со Скарлетт должен скоро играть. Ну, ворвемся к Блаю Скарлетт, а чё париться-то там, как раз по Джак же. Ворвемся туда.
Так, два наших тиранчика будут воевать. Где там наши тиранчики воюют? Я тут вообще ни одного... А, контрол тут был точно. Был контрол стопудово. А, контрол и мейджор выбил уже. Кстати, мейджор... Бьял мейджор интересная пара, я бы сказал. Ну, мы за облачика чуть поболеем, Блая Скарлет посмотрим, это хоть и за ВЗ, но будет прикольно. А потом посмотрим уже на пары более в дальней сетке, как бы. Вот, и попытаемся ворваться. А, вот все, Блай. В игре. Так, Скарлетт, спрашиваю, кастил я или нет, а я смотрю тут, короче, в чатике и не туда вообще, не в игру смотрю, ребят. Сейчас будем продолжать. Ну что, Блай против Скарлетт, это Венера, если Блай умудрится вперед пройти, то тогда он будет, кстати, драться, получается, против как раз-таки Джакджи, либо Пэйшенс там против китайцев, короче. Игра приостановлена. Короче, у Блая пинг 2700. Похоже, Блая наигрался, короче. На сегодня.
Или заходит власть, судя по всему. Его-то я и жду. Не, Блай быстро перезашел. Че, уже стартанули, что ли? А, Блай проверить хочет. Ну все, заходим в Блая, надеюсь, пинг у него пофиксился сейчас. Как-то так. Ну все, наконец-то. Поехали. Продолжение у нас, ребят. Скарлетт Блай. Дальше будем еще куда-нибудь врываться. Мы. Пробовать. Куда, не знаю. Есть там нип. Может, со Скарлетт или за Блаем дальше последим. Вот.
Может, с какими-то крутыми корейцами. В любом случае, 4 матча за квоту идут один за другим. Я думаю, вы это помните прекрасно. И там будет топчик матча по-любому. Надеюсь, что не зеркалки сегодня. Вчера зеркалок не было. Так, надо брать клантеги все. Так удобнее будет наблюдать. Скали 17-я хата. Гаспул у Влая то же самое абсолютно делается здесь. Скалит 6 лингов строит, а Блай халявит в коем-то веке. То есть это майнгеймс, я так понимаю. А обычно наоборот все происходит. Блай строит побольше лингов, а оппоненты его халявят. Но получается как? У Блая на 3 рабочих тупо больше. Вот сейчас он... Так, сейчас он выведет еще. Закажет хату, здесь самое интересное. Здесь можно лингов потерять. Блай пока ничего не теряет. Ну, еще 2 линга добавляет. Так, хатка пошла, третья. Блай с тыла заходит тут. Грызает Скарлет Линга. Одного в одного разменивается. Там еще 2 бегут сзади. Что самое интересное, будет 5. Блай еще 4 добавляет. Там Беллинг Нест у нас строится. Ну давай сейчас 3-5. Главное, Блай, не отдайся, что ты делаешь ему. Пинг жесткий у Блая, видимо, он отдает еще одного линга. Приятного здесь мало, но подходят еще линги, в общем-то. Блай дерется раньше времени, короче, и опять же отдается. Причем так, Блай здесь пытается... Все, одного линга на халяву сгрыз. Скарлет будет баллингбас делать. У Блая Роуч Ворон, здесь Блай... Опасно это, вот что я скажу. Почему? Потому что Беллинг Нест сейчас достроится. Беллинг это прям в поле боя будет делаться со стороны Скарлет. А Роучи пока закажутся, пока выйдут, это будет очень-очень такой длительный процесс. Так, наламывается Блай, больше ж вроде было. Но зато линги более демедженные. Так, здесь какие-то плетки пошли у Блая. 4 Бейна у Скарлет. Блай бегает, бой принимает. Видит Бейнов сейчас. Где Роучи? Нет Роучи. Борода, а не Роучи. В камне что-то Блай тут кидается сейчас. Нелепо как-то. Беллинги идут вперед, Роучи. И 2 штуки только заказано. Ну вот почему вовремя Роучи не заказать, я не понимаю. Б. Почему бы вовремя Роучи не заказать? Так, здесь Блай отдает лингов на ровном месте. Здесь Беллинги что-то там взрывают в тылу. Блая больше по лимиту за счет Роучи сейчас. Ну не надо отдаваться ни в коем случае Блана. Просто убежать к своей третьей хате вот этими лингами. Соединиться с Роучами просто обязательно. И заказать еще новых лингов. Так, здесь Блай принимает бой. Более-менее выгодные позиции для себя. Скалит отходит мешка назад и... Сгрызает на халяву Блая всех лингов. Он не стал контролить, отдает все. Здесь реведжеры делаются. Выходят новые роучи еще. Реведжеры Блай теряет. Скалит беллингами, кстати, взрывает реведжеров. Так, один беллинг живой. Короче, не успевает Блай подстраивать здесь лингов, по-моему. И по лимиту проседает жестко. Это 1-0 Скалит, ребят. Это факт. Здесь реведжеры падают уже все. ГГНчик, короче, ребята. Поздний Беллинг Нест у Блая. Очень поздний. Какая Блай дышит? Меня что-то подлагивает даже. Не знаю, может Блай там лагает, не знаю.
Привет, Фрэш 84. Скарлетт 1-0, ребят. Вторая игра начнется. Поехали. Так, Скарлетт в Тайване, что ли? Пинг 300, короче. Скарлетт, говорит, у нее, не знаю, откуда там 300, короче, пинга. Я хз. Блай, говорит, про массу канадского тирана такого. Типа, использует пинг для преимущества стратегии, специально такие выбирает. Ну так, а как еще? Все, и даже корейцы как бы под пинг подстраиваются. Естественно, если оппоненту тяжело сконтролить, то так и действует приблизительно. Так, оба третью хату и Блая Скарлетт строят сейчас. 24-22. Скарлетт больше рабочих имеет. У Блая 106 лингов вперед бежит, а у Скарлетт сколько? Скарлетт вообще 0, она 8 сейчас строит. Ну, 6 лингов, кстати, хату успеют отменить. Вообще такое ощущение складывается. Хотя нет, 2 уже бегут от Скарлетт в ответочку. Меняет хату, Скарлетт эскейп не успевает нажать, это дикий фейл, просто дикий фейл. Два линга в никуда, еще и хату отдает. Надо усваливать Блаю сейчас, Скарлетт там уже Беллингбас собирается делать. Причем у Блая опять какой-то сверхпоздний Роуч Ворон, который может не успеть просто доделаться вовремя. Все, мув готов там и там. Ну, Блай лингов прям много заказывает, но тут-то уже Беллингбас можно делать, как вы понимаете. Плетка пошла на всякий случай, плетка верное решение со стороны Блая. Все, там два Бэйна Скарлетт делает, сейчас морфит. Блай принимает бой. Лингов много уже выходит, надо биться. Блай, хорошая позиция у него лингов сейчас была. Так, тут Бэйна успевает доделаться, и Блай просто не успевает отойти. Ну, потому что на пинге не надо вот так вот Бэйнов вгрызаться в наглую. Ну, по лимиту в плюсе Блай. И роучи строятся, все строят, все хорошо. Покусался тут Блай немножечко. И, кстати, Роуч Пуш, походу, в ответочку пойдет. А у Скарлетт есть Роуч Ворон? Нету ничего у Скарлетт, никаких Роуч Воронов здесь. Так, линги вперед подорвались. Так, успевает Скарлетт там несколько лингов взорвать. Блай тут роучами Ксилнагу контролит. Скарлетт тоже Роуч Ворон делается, но Блая нельзя тянуть, как бы. Он что-то сидит здесь, что он сидит, не понимаю вообще. Лингов отдает. Вообще еще 4 роучи выйдут. Не что сразу вперед пойти, как бы, и лингами с дотеканием пытаться. А, Блай тут. Блай вообще в экономику играет. Но он уже прайс. Посмотрите, убил Скарлетт третью хату в хлам, Блай. При этом всем проседая чуть ли не на десятку рабочих. То есть Блай демонстрирует, что типа будет обороняться. Построил чуточку дронов, но он все-таки вперед сейчас ломанется. Это факт вообще. Причем. Так, Скарлетт лингами Блай сдерживает очень-очень неплохо.
Роучи идут вперед. Успеет Скарлет отмазать Роучи достаточно. Вот этого я знать не могу. А Влад делает при этом лингов вместо Роучи, сейчас самое странное. То есть он пытается нагнать, но он никак не может нагнать экономику Скарлет. Просто никак. Бред какой-то Блайд делает, честно признаться. Сейчас пока он идет, уже... Так, Роучу на мою Скарлет отдается. Че Блайд ходит-то зад вперед? Понятия не имею. Так, здесь королева на рампе. На третью базу пытается ворваться. Ну и все, позицию потерял, рабов отдал. Одного дрона уже отдал. Сейчас еще сольется точно дрончик. Королева лингам помогает. Сейчас Скарлет пытается прожрать лингов. Лингов прожирает. Ну, Блая прирост выходит. По рабам почти сравнялся. Еще 13 дронов делается сейчас. Ну, медленно, но верно Блая пытается сравняться с по рабам. И даже сейчас почти что сравняется. Но все равно ни хрена не сравняется. И пошел шпиль, что самое интересное. Ну что, что шпиль даст Блая сейчас вопрос. Так, Скарлет там еще дронов масит просто пачками. Ну и Блайд тоже не отстает. Но у Скарлет уже мув почти готов. Через 30 секунд мув будет, а у Блайд только через 40... А, только через 30 шпиль. То есть Скарлет сейчас вперед ломится, то для Блайда тяжелые времена могут наступить. Так, 6 муталей у Блая. Ну тут Ройваджеров построил, смотрю. Да нахрен те оверсиры эти, кидайте по оверам. Вон висят оверы полудохлые у Скарлет, а Блай что-то тормозит. Выдвигается вперед, 9 мутки. Ну, муталей, кстати, могут сейчас и подрешать на самом деле, ведь у Скарлет нечем их просто физически убивать. А прикиньте, мутка под прикрытием наземных вот этих войск Блая. Она нормально зайдет сейчас. Может быть, не стоит, правда, сразу показывать муталей этих всех. Блай летит прям вперед сразу. Да, летит вперед. Спорок у Скарлет нет. Это ключевой момент сейчас, что спорок нету. Так, королеву отжимает номер один. Так, залетает мута, начинает роуч шатать. Фаербулы, давай свою мутку сейчас фаербулами подрежь. Так, Скарлет спускается вниз. У Скарлет есть мув, но очень много муталисков. Уже 9 штук здесь за месяц. Фаерболы падают очень неплохо. Сейчас со стороны Блая. Скалит 9 гидралов закат, пока Блай дрался в лоб. Скалит там начинает армию масть, черт побери. Ну, мутка разбирает роучи, и Блай уже больше становится. Блай занимает четвертую хат. Сейчас сколько муталисков-то там? 12 вижу. 13 роучи заказано. Блай 6 на 120 там с чем-то. Нужно шатать пытаться. Спорки там еще что-то. Так, выходит гидра первая. Две штучки первых. Не надо драться с этими двумя гидралами. На дронов пытаться подрезать. Блай в газ грызется здесь. Сзади гидра заходит. Блай на халяву подрезает эту гидру. Ну что, Блай Скарлет тут разберет, что ли, или что? Я еще не понимаю. Похоже на то вообще. Здесь какая-то движня идет. Роучи Скарлет копается. Подземный мув доделал. Все, можно уползать уже. Да, да, подземный мув готов. Мув рейндж гидре делает 163-125 в пользу Блая по лимиту. Нужно ставить точку в этой игре Блаю. Обязательно нужно пытаться это сделать. Так, здесь роучи выкапываются прям в наглую. Блая доделался. Мув же Блая нет, плюс один. Это ошибка, конечно. Оверсиры падают здесь. Блай шатает все, что может. Точка сбора здесь стоит. На четвертый газ добывается в базе. Мутку можно масить и масить. Здесь гигантские просто в количествах. Так, Блай пытается мейн подшатать. Да, пытается мейн подшатать. Может, шпиль можно... Да нахрен тебе газ-то шпиль стоит рядом, ё-моё. Лиши Скарлет шпиля. Хотя у Скарлет есть шпиль, и он... И она ей не пользуется этим шпилем. То есть, как бы знаково, да, получается? Только послушайте, что я говорю вообще.
Я сейчас просто как бы реально, как это назвать? Какие-то прямо игра терминов, блин, игра слов какая-то получается. Мутка на патруле, тут у Блая остается. Скалит уже рейндж гидре делается. Блай там тоже закопку с подземными мувами мутит. 199-145, пора наносить удар. Блай наносит ответный удар. Погнали. Фаерболов, Скалит в армию врываются сейчас. Блай жестко бой принимает, там спорку уже есть. Надо через спорку вылететь, на пофиг. Почему Блай не хочет этого сделать, я хз. Фаерболами часть прирост сбивает. Это 1-1, судя по всему. Муткой можно вылетать, причем... Так, у Скалит нет там спорки на второй базе. Так, по гидре фаерболы проходят. Видимо, да, у Скалит с пингом не все тоже благополучно. Муткой королеву Блай вшатал, молодец. Ну что, третье решающее, ребят. Один на один. Ну что, ребята, 1-1, решающая каточка пошла. Достраивается хатес здесь. В этот раз Блай вот не изменяет себе, лингов строит больше, чем оппонент. Плюс Скалит тоже вынуждена заказывать сейчас лингов. И север залетает у Блая, надо спасать бедолагу, а то Скалит здесь королевой затыкает шипами этими королева. Так, нужно уходить, лингов, блядь, сливает на ровном месте. Ну куда ты, ёп... 4 в 2 линга разменял просто сейчас. Там дрон полудохлый, дрона хоть забрал, я не знаю. Забегает на ХГ. Скалит плетку-то будет сменять вообще? Должна отменить, я думаю, Скалит плетку. Не, Скалит достраивает. Ну, Блая знает, знает Блая. Вот.
Игра шпилей. Ни в Ри не было такого. Здесь только у Влая шпиль был. И есть во второй игре. В общем, если Блай использует шпиль, то он победит, судя по всему. А Блай использует СЗ. СЗ тоже агрессивная стратегия. Наказать в начале в самом. Плетка вторая пошла. Королева на рампе. Блай строит Роуч Ворон при этом всем. Пытается скалит Бэлленс Нест пилить. Не успевает этого сделать. Надо плеточку убивать. Королева тоже падает. Плетка падает. Еще на плетку строится. Королева не пускает дингов на лоу-граунд. Еще одна плетка, кстати, подстраивается. И Блай не может ни хрена продавить здесь просто. Королеву-то хоть убьет. Королеву-то хоть добей. Нет, один хп, один хп. Да ну, короче. Блай не использует свой шпиль. Это поражение. Ладно, шучу, еще пока не поражение далеко. И Роуч Ворон готов. Блая 18 целых лингов строит. Чуть с Роучем еще какой-то пуш будет, что ли? Так, линги скалят, побежали. Что это такое вообще? Так, ну скалят увидела шпиль, а Блай делает грамотно. Похоже, Блай все-таки головой понял, что без шпиля в наше время никуда. Потому что я не знаю, зачем ему еще лейер нужен. Скалит лингов много. Сколько лингов имеется? 14-14, да ну? Тут надо не бояться просто. Ну, угла здесь 11. Все, где остальные-то бегают? Здесь два роуча стоят. Еще пару лингов на ХГ там находится. Скалит тоже шпиль заказан. У Блая больше рабочих, самое интересное. Газа почему-то 3 всего у Блая, я чуть не понимаю. Вот сейчас тайминг шпиля будет просто великолепный на самом деле. Просто великолепно. Повторю еще раз. Четвертый газ запилен. Так, Скалит, Блай чуть по центру уходит. Скалит пытается оверов шатать. Но это точно минус этот овер. Он уже никуда не денется. Вот еще один висит. И Блай его просто... Сейчас второй овера пойдет. Скалит убьет Блай. Как лунтик, ё-моё, не видит ничего, блин. Скалит тоже не хочет почему овера убить. А почему? Не знаю почему. Так, здесь на газ начинает брать. Все, шпиль заказан у Блая. Скалит будет, если муфроучем играть, то муфроучем будет. Тайминг не ахти, на самом деле, крутой какой. Но шпиль сейчас овер очередной минус в итоге будет. Да, вот Скалит идет. Ну, Блай, я не знаю, ну что вот он здесь завис-то? Блин, ну вот меня бесит, когда так играют, просто пинг здесь ни при чем. Вот тебе только что здесь овера убили, но у тебя ж висит... Открой глаза, посмотри на карту, что у тебя висит. Отведи ты вот сюда, подвел к этому проходу. И хату видно было бы, и хрен бы королеву так быстро выбили бы его вообще. В итоге минус 2 овера. Это минус 2, ну там, ладно, первого отдал, но еще минус 100 минералов. То есть на муталиска на одного не хватит. В итоге, смотрите, шпиль доделываются, у Блая только один овер будет. У него только 11 лимита запаса будет. 11 лимита это даже не 6 муталисков, это даже он не сможет ресурсы эти потратить. 5 только заказывают. Вместо того, чтобы вылетело 7-8 муталисков одновременно, у Блая сначала 5, потом 3 вылетит. И это, конечно же, решающий момент, я вам скажу сразу. Там Гидроден ускалит. Ну что, мутка вперед летит, овера здесь есть. Давай оверов шатай, вот бежишь, что Блай летит. Роуч пытается за все, ни Роуча, ни овера в итоге не заберет. Хотя овера заберет и одного, и второго в рук, потому что вылетели все муталиски 8 штук. Двух оверов скалит забирает Блай. Ну надо продолжать шаталить и делать. Скалит там гидроден пошел уж, гидралиски первый выходит. Ну давай наломимся, мутку отдадим одну, давай, говорит Блай, наломимся, изи просто. Скалит рейндж гидре, вторая атака, вот это меня очень беспокоит. Ладно, там все эти юниты, но то, что уже
Две атаки ускалят, это очень опасно для Блая. Это очень опасно для Блая, куда ты лезешь-то? Лимита больше. Муталисков уже 12 штук, и можно просто сейчас летать, шатать нормально просто. Мейн, там еще что-то. Где-то 3 муталиска еще находятся у Блая. Где они еще 3 штучки? Этих муталисков. Так, криптумор минус здесь. Ну, тут этот криптумор вообще ни о чем тут. Это даже не демеджем назвать нельзя. Барабан Блай в плюсе, как бы это очень-очень хорошо на самом деле. Роучи строятся. Ну, у Блая, как вы видите, просто сейчас 0-0 будет, на скале 2-0, как бы. А две атаки — это очень важные грейды, на самом деле. У Блая 12 муталисков. Я здесь вижу 9. Где еще 3? Просто объясните мне, пожалуйста. Вот они висят, родные. Я и смотрю, где еще 3 муталиска-то? Ну вот, минус 2. Сейчас Блай вспомнит, там же 3 еще висит, точно. Так, гидра с 7 ранжами, все жестко здесь гоняет вообще. 155, 121. Сейчас главное, чтобы Блай сам не ломанулся. Просто 0-0 на плюс 2. Ну что, 186, 153. Шансы у Блая есть очень даже неплохие. В принципе, если он грамотно будет драться. Давайте посмотрим, сколько у Скалет гидралов. Их 15 штук. 3 инфестора есть у Скалет. А у Блая гулые роучи, реведжер. Ну, 50 роучи. У него 200 лимита, у него плюс 1 доделывается. Вот сейчас-то и надо ударить, пока разрыв по грейдам не колоссальный какой-то. Вот, но... Тут практически голые роучи. Было бы побольше реведжеров у Блая, было бы, конечно, покруче, потому что что могут 3 реведжера сделать? Все 3 фаербола, демеджа немного, мягко говоря. Плюс есть инфесторы здесь. Так, идет Блай вперед, один инфестор минус сразу. Фаербола, а у Скалет и ядра, и фаербола здесь, все есть у Скалет. Кроме шпиля, блин. Так, заходит Блай, 170-190. Ну, хату хоть минуснит, ё-моё. Ужасная позиция для Блая, просто ужасная позиция. Ну, минусни хату, да отступи тогда, вот. Все, надо сваливать, 186-159. Затерпел здесь Блай просто жестко. Фаерболы в ответчику полетели. Закопаться, порегениться и уйти просто. Просто уйти и порегениться немножечко. Плюс 2 заказано, муталиски где? 10 муталей. Вот, часть здесь висит. Муталиски в замесе были бесполезны. Они бы сразу все минуснулись, на самом деле, это факт. Вот. Блин, у меня чат наверху остался, я не вижу, что вы пишете. Улучшение завершено. Лунтик, мульте, про лунтика все всегда умнее и тактичнее окружающих. Просто лунтик не понимает мульте, что у него шиза, как бы, и то, что он собирательный образ всех, понимаешь, как бы. Всех детей, которыми современные наши просто власть имущие хотят сделать дебилами просто. По жизни, как бы. Вот. Ну не будем об этом, в общем-то, мы говорить. Потому что здесь Блай продолжает драться. Он строит много роучей реводжеров. У него сейчас плюс 2 будет. Но если он на роучи реводжерах не возьмет эту игру, то все здесь. До свидания будет.
привет, другой, что Бла делать? Я же уже сказал, только используя шпиль, Блай сможет победить. Блай шпиль использовал, но как-то вяленько в этой игре. Идет Блай вперед, в этот раз 12 реводжеров. Вот здесь в том замесе реводжеров больше было, можно было пытаться давить. Реводжер, ну сейчас 200 в 200 практически будет. Ну у Блая боевой, конечно, больше намного. Ну где эти муты? Блин, три муталиска забыты, просто всю игру стоят на мэне. Здесь 5 бесполезных муталей. Блай умудряется зайти с самой дальней позиции, которую только можно. Пробивает, правда, камни моментально. И сейчас врываться надо резко на ХГ. Скалит вообще не реагирует. У Скалит все тупит там. Там просто люра застряла вообще где-то. Хрен пойми где. Здесь минус гидралы за фаерболил. Блай просто на изичек. Так, фаерболы еще пошли. Блай что-то отходит, начинает разваливаться. Фаерболы падают по люре, по роучам. Один люркер сразу же уничтожен. Блай запас больше по лимиту. Блая нужно что сейчас? Я уверен, что Блая просто нужно переходить в муту, опять свич делать и все. Блая 33 роуча делает. 33, так, роуч 15 газа, 10 роуч, 25 газа, 10 роуч и 250, 750. Ну, короче, почти штуку газа Блай слил, а мог бы просто... Ну, хотя ХЗ там... Понимаете, в чем прикол? Если на муту были хоть какие-то грейды... Тогда да, но мута 0-0 против 2-2 земли, я теперь понимаю, что я был неправ, конечно, здесь мута бесполезна, вот, но если бы Блай делал атаку, прикиньте, просто резко вылетает там 20-25 муталисков, когда, вот, какие у Зерга есть моменты, то есть вначале свич муту против земли делаются роучи реведжеров, потом кагидра она бесполезна, но потом в перспективе, когда Блай просто на мулю врывает сейчас. А потом, когда в перспективе твой оппонент делает свич в люру, если он делает, у тебя опять есть шанс свичнуться в муту. Почему? Да потому что там нету противовоздушных юнитов, гидралисков много. Калит еще роучи притянуло несколько штук Блаю. Блая 4-я база, у Скалит пока нет 4-й. Ну, у Скалит все замечательно по грейдам, и Блай здесь не завозит в итоге все-таки. Блай Greater Spire делает, ну понимаете, одно дело, когда Greater Spire по плану, ты как бы планомерно выходишь, нанося дэмэдж, да, оппоненту. Это одно, один расклад. А когда ты делаешь Greater, ну, ты просто делаешь этот шпиль, проигрывая в хламину уже просто оппоненту и не зная, что делать, совершенно другой расклад. То есть, как бы, получается, что сейчас Калит может делать тайминговую атаку, и ты ничего с этим не сделаешь просто. Так, у Блая там гидры миллиарда, вот, вроде строится шпиль. Ну, корабторов-то ноль у Блая, где не из муталисков бруды делаются? Здесь мута вообще зависла. Где Greater Spire вообще, хрен знает, короче. Корабторов вообще Блая не делает. Что за бред, вообще не понимаю. Гидра-то хоть у Блая с грейдом на рейндж. Нету ни мува, ни рейнджа, ничего нет на гидро. Так, заползли, там роучи минуснулись, здесь Блай пытается отбиться от Скалит, но Скалит притягивает люру, минус люра, здесь масс люра, никаких брудов у Блая не будет, Блай 1-2, минус Блай, Скалит идет дальше. Ты что, не смог здесь Блай ничего сделать в итоге? Здесь кошелюркеры масс дэмэджа наносят, но все, минус люра. А ведь мог брудов уже морфить.
если бы врубил мужчину Глай. То есть, если бы он сразу не гидрида заказал 13 штук бесполезных, у которой даже рейнджа нету, причем он даже люру не успел из этой гидры сделать, а если бы заказал Глай просто корапторов, и здесь бы хотя бы, сука, 8 грудов заморсил. Ну, сейчас, насколько я понимаю, вайперы могут уже брудов притягивать, поэтому бруды бы тоже здесь было не панацея, как бы, от этой армии, и это минус Блай бы все равно был бы. Просто до этого насливался слишком много. Гэй пишет Блай. Пациент с Джак же играет, кстати. Джак же в игре вообще? Опа. Успеваю прыгнуть сюда, нет? Или не успеваю? Так, желаю всем удачи, победитель на Скарлет попадет, а здесь уже 1-1, ребятки, отлично. Панк Нибу убил, я так и думал, что там Ниб сольется на Зерге. Панк убил Ниба, хорошо, что туда не пошел. Какой-то кореец с иероглифами просто идет хорошо. Но он пока что не играл с корейцами, китаец, точнее, пока не играл с корейцами, сейчас вот он Су будет биться. Биал Мейджера убил, сори, с топом. Привет, по этой части сетки эти Curious Alive, там хорошая игра, King Hess. Hess, смотри, там Велму зашатал. И не только Мару с Рогом. Тивай Хьян, Мару Рог, кстати, интересно, там пары очень, но... Я думаю, и здесь будет тоже очень даже интересно. Так, ну что, жаль было, ну, Блай там косячил просто как дьявол вообще в этой игре. Три муталиска всю игру повисели, муту вообще не, ну, вначале как-то криво использовал, ничего не сделал практически.
Вот, пуш с роучами не удался, ничего не продавил. Роучи реведжерами надо было бы пользоваться. Так, прилетел Джак же такой, как лунтик. Хитрый пилон, кстати, прям на рампе здесь, да, такой. Победитель будет со Скарлет биться вот этой парой. Я думаю, что имеет смысл ворваться именно туда. Здесь Марик и Минка передробуют. Ну, у пациента ранняя роба достаточно здесь, поэтому все нормально будет. Пилончики есть, пилончик, кстати, немножко блочит здесь вот эти два минерала. Ну, не то, что блочит, ну, кривовато пробки таскают. Хотя не сильно криво, на самом деле. Ну, тоже вот, ну, это стандартная, как и в первом, так и в физике. Что мешает рабочему, казалось бы, вот так вот. От этого минерала вот так ездить. Вроде здесь прямо нет, он ездит вот так вот. Но это, видимо, нам визуально кажется, что вот так. А если то, что... Хотя и так, если повернуть, то объезжает. Такие дела. Залетает медивак с одной единственной минкой здесь. Джак же пожадничал, пробку не убил, в итоге ничего не убил. Так, ну призма здесь, опа. Интересный какой-то билд у пейшенса. Мув в призме с дестабилизаторами, при этом сталкерами идет под пуш шестью штучками без блинка. Причем здесь не ждет вообще Джак же этого, этих сталкеров никак, ничем не встречает. Пару-тройку мариков подрезал, на самом деле, уже неплохо. Как-то лечение мариков очень жестко здесь спасает, но лечение это всегда спасает. Призма летит вперед после. Так, а мув сделался, да, сделался мув. Сейчас с одним единственным дестабилизатором, вот если... Блин, вот тут в этом билде очень многое зависит от начального расклада вообще. Если врыв первый... Если бы сейчас Джакджи был невнимателен, он почти всю армию бы потерял на одном залпе бы. Но он был внимателен, он потерял там несколько мариков. Так, здесь уже Либератор блочит третий Нексус. Причем его не особо видно, то есть зато видно раскладку его. Но нужно быть очень внимательным, чтобы увидеть. Потому что если ты не видел красной точки на карте, ты можешь раскладку-то не увидеть, собственно говоря. Сейчас выходит Пейшенс вот сюда, когда он пришел, он мог увидеть же, что здесь какая-то линия странная находится, блин.
пробки-то будут сюда ехать вообще? Пока сюда ничего не едет. А Джак же, кажется, в рейндж либератором при этом всем еще играет. Правда, не делает даже армур второй пехоте. Пью. Ошибка, ошибка. Пробка одна зашла в рейндж. Вот, надо как-то выбивать, как ты его выбьешь. Даже без рейнджа, посмотрите, какая позиция просто. Ни отсюда не достать, ни отсюда. Вообще халявная позиция для либератора. Он стебает пробу просто спокойно. А еще сейчас, если рейндж ему сделать, то вообще без воздуха хрен выбьешь. Да, старгейт приходится феникса строить, по-другому никак. Пошел Либер Камрэндж. Квест принятает Феникс. 18 ударов ему нужно, чтобы убить Либерат, потому что по 10 хп. Вот он его бомбит, 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 бомбит. Ну и забомбит в итоге. Но это не быстрый процесс, как вы видите. Можно спокойно добычу начать, по рабам-то вровень вообще практически. Я даже не знаю, кто лучше скалит, чтобы Джак же или Пейшенс дальше прошел. С одной стороны, ЗВП у скалит неплохое всегда было. С другой стороны, Тиран тоже, как бы, не знаю, может против Джак же что-то покажет, хз. Подчеркивание, Микролап активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Микролап. Спасибо всем за премиум и за поддержку, ребят. Вторую робо делается у Пейшенса. Есть колоссы, есть дестабилизаторы, но что делать с рейнджом этим пацанам всем? Сколько либераторов, кстати? 5 есть, 3 еще, 8 будет. 8 либераторов с рейнджом, это уже реально много. То есть, как бы, при правильном раскладке, правильной, как бы, и контроле очень плохо заходит. Здесь либератор летит, вроде как и Пейшн спалил либератора, но и Джак же спалил адептов, в свою очередь. Забегает далее, вот они, адепты. Кривейшим образом дерутся, на халяву просто убиваются. Пейшенс переводится как терпение, да что ты говоришь? Вот это да. Короче, либератор залетает. Здесь Феникс висит, что он должен сделать здесь либератору? Здесь отсюда лучше может даже раскладываться как-то. Все, либератор уничтожен. Феникс Ас уничтожил два либератора просто. Казалось бы, да, но либераторы по воздуху не дерутся. Ну, чтобы уничтожить, тоже нужно уметь. Приходит просто Джак же и рейндж либератором. Ну, нечем Кротсу законтрить. Просто нечем сейчас. Нужно блинкаться агрессивно вперед, а либераторов столько, что если ты блинкаешься агрессивно вперед, тебя размажет просто по карте и все. Так, там на мэне агрессивный двойной дропчик пошел. В это время он находит момент Пейшенска вперед пойти. За счет дестабилизаторов отгоняет Биву и смог либераторов зашатать, но 166-108. Ситуация по лимиту, мягко говоря, не очень для Протоса сейчас. Джак же сейчас отступит, перегруппируется, построит новых либераторов и все, ничего не сделать будет. Колоссы. Ё-моё, Пейшенс рейндж забыл, а я вообще этого не видел. То есть он... Блин, а если френч был, прикиньте, это было бы вообще жестко. Мару Тивай, может туда залететь, а может не залететь. А может залететь. На краю мейна, если поставить пилон. На каком краю мейна нужно поставить пилон, чтобы сбить вот здесь вот либератора, скажи мне. Может быть на краю второго вот здесь вот его бы сбило бы.
Вот, и может быть отсюда вот пилон, у него 7 ренджа, потому что у оверчажа они 6, как у сталкера. Ну да, наверное, вот здесь с самого края пилоны бы достать могут, но нужно знать, что их там надо сразу ставить. Здесь пытается Patience как-то справиться с агрессией. Хорошо, колоссы есть, хорошо, что рейндж им сделал. Четвертый некто занимает. Джак же что-то с СС-шкой медлил очень сильно. Джак же давным-давно было пора занять Нексус новый, ну, Сефу, прости, новую, но он что-то медлил. В итоге, если он эту армию сольет, может быть плохо, но тут тяжеловато слить-то будет ее. Плюс грейды 2-2, но вот если Джак же даст спроцу выйти в 200 или близко к тому, он может в хлам слиться вообще. Если про пару хороших залпов дестабилизаторов, грамотный подлин под либераторов, чтобы они много там дэмэджа не нанесли. Все, Нексус за Patience решил отдавать. Пошел в размен, что ли? Не, просто бегает вперед. И мазакорд 200 энергии нафиг не нужен в итоге. Supply блок подъезжает. Здравствуйте. Patience заходит агрессивно с тыла сейчас к Джакже. Джакже успевает переразложить либерат. Кто Patience побежал? То здесь-то можно уже подраться было. Бабах по адепту. Какие они больные эти ребята. Это же просто жесть. 85 без грейдов. Соточка плюс 3. Ну что, Patience решил, что да, пора бы в размен поломиться сейчас. Ну я не знаю прям. Здесь размен ему даст, здесь КСМ сюда ездят, катаются. Четвер на четвер, здесь планетарка будет, можно Джак же за нее будет сражаться, пробовать. Надо ЦЦ-шки быстрее Patience покусить. Так, здесь улетает био, еще группа не слабая такая. Старпорты надо шатать, да, все надо шатать. ЦЦ-ки не успевает зашатать, Джак же улетает. Здесь, конечно же, минус все пробки будут, минус все. Но боевой лимит, что самое интересное, почти одинаковый. У Patience и у Джагера. Сейчас, правда, вот эти сталкеры погибнут, боевой лимит просто на 12. Это меньше будет, что даже больше, чем на 12, судя по всему. Потому что сталкеров здесь было штук 6 или 7. Точно уже не скажу вам. Так, ну дропаться надо, мейн убивать. 4 КСМ-ки, правда, здесь в дропе сидят. Добивает Мэндис Джагжи. Patience ушатывает здание, но тиран-то в любом случае хоть чем-нибудь улететь сможет, хоть каким-нибудь зданием. Здесь цеха до сих пор живая, кстати. Здесь грелка ждет с минкой. Но там минка-туретка, да, которая можно... О-о-о-о! А здесь Джагжи просто решил, что мой дом, моя крепость, короче. Последний рубеж обороны, да, здесь Patience, ну, влинкаться на планетарку, чтобы выбить либераторов, когда там биллу еще столько много. Сзади. Джак же что-то слишком много стимпачится, а толку нет, весь мейн цел. А медиваков нет энергии вообще нифига. А вот грелка с Фениксом эти портят планы Джак же по строительству домашней крепости своей планетарной. Это минус планетарка, кстати. Кстати. И либератор-то слил всех. То есть он только бил, что ли, остается вообще? Нет, два где-то есть. Где они? Ну, нужно вот этих либераторов не терять 100%. Почему? Потому что здесь опасный микс. Чистым био забрить будет трудновато. Во-первых, здесь 4 колосса. Во-вторых, еще один дестабилизатор есть, который жахнуть может. Да, здесь марики еще зашли. Надо сваливать. Куда? Там блинк есть. Куда они свалят уже они? Последний пилон убивается. Все, что есть у Patience, это один Nexus единственный. А у Джакжа supply блока даже нет, поэтому вот он подстраивает юнитов, смотрите, с мейнетом. Ресурсы-то были. Так, возвращается Джакжа, на армию глянем. 28 мародеров, 2 либератора, 19 мариков, 7 медиваков. Медиваков много, одна минка есть. Здесь 9 сталкеров, все, очень мало сталкеров, поэтому
Либераторами нужно позицию занимать грамотную. Самое главное, просто ставить, чтобы немножечко назад пейшенс отступал, и все. Кстати, можно на золото перелететь, добычу начать сейчас. Понимаете, что Джек же летает либераторами-то? О, пошла атака. Залп дестабилизатора неплохой, но не изменит он ситуация здесь. Как-то грандиозно прямо. И кардинально. Это ГГ, ребят, Джек же 2-1. Джек же что-то сегодня молодец. Так, уже к 1-4 мы приближаемся, когда все матчи подряд будут. Если Скарлетт выиграет Джакджи, она будет за квоту биться, да, получается, да? Сейчас я еще перепроверю. Так оно и есть, так оно и есть. Curious Alive будет биться с победителем Джак Мару Тивай, да. Ну, Скарлетт Джакджи тогда нам нужно. Рутивай, тут тиранов, кстати, много. Кин с Хезом бьется. Кин Хеза выиграет, будет ТВТ точно за квоту. Вот. А где Скарлетт? Чё-то Скарлетт я в упор не вижу. Где она? Хрена себе Хэс кина 2-0. Чё-то Хэс разбушевался там тоже. Тайваньцы бушуют вообще последнее время. Да и китайцы молодцы, как и Асонов в прошлых отборочных разорвал всех и прошел, квалифицировался. Это было сильно на самом деле. Чуть Скарлетт в упор не вижу, не знаю. А вот. А вот Джак же группу делает. Ну что, ждем Джак же Скарлетт, ребят, пока время. Сухнет кожа. Причина этому колючий. Пущу рекламку.
Чё-то пока... Чё-то пока Скарлетт не отвечает. Скарлетт нету. Так, что-то ничего не происходит. Ну все, начинается, в общем-то. Скарлетт против Джаджи, ребят, отлично. Будем сейчас смотреть. Алексей Б444, привет, как отношусь к покеру? Я к азарту, в принципе, отрицательно отношусь, но покер самый адекватный, в принципе, из азарта, да, как бы там все-таки ты скиллом головой, как бы, да, играешь, но не буду углубляться, в общем-то, про азарт, про суть его, вот. Ну и много у меня, ну, там, друзей, кто, как бы, и здесь, в Пскове, друг, который, ну, играет. До сих пор регулярно, как бы. В принципе, нейтрально отношусь, да, не скажу, что прям положительно. Но покер есть и будет, как бы, в любом случае. Так, ребят, мне надо на минуту отойти, на пару минут. Я просто ждал, пока хост будет, чтобы ворваться, ребят. Посмотрите, пока FP. Поставлю вам на тот Скарлетт, как она кликает. Thank you.
Так, все, я здесь, ребят. На двадцаточку отправлю отдохнуть. Вот, ребят, здесь риперы масс у Джакджи. Уже одного пропустил. Опа, солнышко вышло. Сколько солнца я уже не видел. Наверное, дней 10 солнца. Да больше даже. Север-запад, это такое дело. 80% дней в году пасмурных. Особенно в это время года, ребят. Ну что, тут бараки строятся, реакторы, как-то нагромождение зданий на проходе, это очень нехорошо на самом деле. Так, смотрите-ка, качество давным-давно... Так, вернул 30 FPS я обратно, ребят. Вроде на высоком качестве стало получше. Мыло меньше значительно стало. Ну да, стопудово мыло меньше стало, ребят. Вот. Ну, в общем, буду думать, как бы грейдануть процесс, чтобы... Ну, это в декабре уже будет. По доходам за декабрь будем смотреть. Чтобы... Нормально, на 60 FPS выходить с нормальным качеством. Скалит отгонит сейчас риперов, как вы видите. Еще одного минусует, даже двух, остальные уходят. Ну, Джак же уже третья ЦЦ-чка, 40 КСМ-ок, уже третья перелетает. Здесь закрывает депошкой стенку, получает... А здесь есть проход, интересно? Здесь есть, надо еще одну депоку ставить, там получается. Вот. Скарлетт распространяет крип, и уж очень прям поздняя хата, ребят, третья у Скарлетт. Здесь уже ЦЦ-ха перелетела, там хата еще только на половине готовности, даже меньше. И крипа было мало, и грейды позже намного, чем у Джакджи. Блин, катастрофа на самом деле. Ну вот, пожалуйста, пришел Джакджи, весь крип практически минуснул. Приятного мало. Королев миллион здесь. Чё криптумор этот Скарлетт не восстанавливает заново, не понимаю. У Джакджи сейчас уже будут готовы щиты, у Джакджи уже... Так, видите, почему-то один медивак летит, то ли газа, то ли саплая не хватило. Джакджи вообще саплай-блоки регулярные, я смотрю здесь. Скарлетт по рабам остается до сих пор, и шпиль пошел. Зачем Скарлетт шпиль, кстати, вопрос хороший. Привет, Алинк. Привет всем, кто недавно пришел. Странно, людей то прибавляется, то убавляется. Понял тебя, Алексей. Вот. У Стрэнджа проблема в чем? Он закончил школу и в этом году поступил в институт на первом курсе. Особо, ну, нельзя... расслабляться настолько, чтобы вообще не ходить, как бы, поэтому ну, как Стрэндж в среднем игр по 10, может, побольше играет в день, то есть иногда стримит он 20-30 игр отыграет, а ну, чаще меньше, как бы, поэтому он
Да, у него ММР 6500 в прошлом сезоне был, он там в топ-20, топ-15 стабильно ГМЛ держался. Да, он стабильно самых крутых выигрывает. Недавно шатал шоу-тайма тут на Golf OSK, и там корейцев постоянно шатает на Golf OSK, но в плане результатов, к сожалению, нового ничего нет особо. Ну вот в ЦС будут новые сезоны, нужно к этому, конечно, готовиться всем-всем-всем и нашим игрокам, естественно, но... Пока что да. Просто в СНГ результат не, ну, на международном уровне пока ни у кого особо нет. Единственный, кто прошел на хоумсторе, это Блай. Он сыграл 0-6 там на хоумсторе просто. Вот, к сожалению, тоже. Ну, будем ждать новых побед. Что тут как бы... Ситуация печальная. Команд нету, как бы поддержки нету. То есть даже не может не в ЗП дело, да, как бы. Но и ЗП тоже мотивирует, что ответственность, как бы, надо трениться. Ну и даже тупо лан-саппорт это не особо есть. Что фризить не должно? Теперь-то хоть фризить не должно. Теперь-то когда вообще? Так, репера минус. Что-то пару подлагов сейчас было непонятно игровых. Четвертую хату Скалит ставит, пока держится, по грейдам нагоняет Скалит по чуть-чуть, жак же. Есть муталиски, риперы, роучи, реведжеры, но вот четвертую здесь занимать как-то стрёмно, мне кажется. Сейчас жак же выбьет ее, скорее всего, надо отменять Скалит, отменять, камни пробивает вот центр сейчас. Так, рептумор минус, надо вот здесь вот Марика сбрить и четвертую ставить в центре просто. Да, есть какой-то кривейший налом от Скарлетт. Нахрен, тут идеальная позиция для Мариков. Зачем туда идти было? Не знаю, но Скарлетт всеми не пошла юнитами. Это хорошо. Но, кстати, по лимиту разница уже 30-ка стабильная. По боевому всех 40. Вот сейчас 30 опять становится. 2-2 ждем у Скарлетт. 16 секунд. 2-2 ни в коем случае нельзя отдаться до готовности этих грейдов. Он восстанавливает. Вот в плане крипа Скарлетт всегда мне нравилось, как работает. То есть... Крип стабильно тянет вперед, стабильно восстанавливает, короче. Сто семьдесят. Скалит прям много лимит сейчас настроила. Нужно с двух сторон заходить, конечно. Бейлингалинги заходят. Бейны врываются в Мариков. Био сейчас. Залпы пошли, но сверху Бейнов не до... Как-то успел Джак же Мариками сныкаться сюда за газ. В итоге остаются только реведжеры. Похоже на 1-0 Джак же, ребят. Тут печально все. Ну мутка, конечно же. Блай, что ли, научил в предыдущей игре? Забыла мутку Скарлет вообще. А я-то думаю, что здесь не то, почему ДПСа не хватило Зергу. Так значительная часть боевого лимита стоит просто. 12, ну, 24 боевого лимита стоит, ничего не делает. Конечно, беда. Так, здесь мутка и Скарлет пытается разобрать мейн. Мейн разберет, но Джак же приводит прирост ко второй базе. Масс-минки, падают оверы, падают все. Бейлингов вообще нету, мута здесь... Где эта чертова мута-то была вовремя, когда так нужна была? Минка жахнула сейчас, лингов очень много сбрито было. Беллинги заходят, но не достают, мута падает в итоге Марики. Хотя нет, смотрите, фаерболы зашли, мута не падает, но приходит еще один прирост. И нечем противопостоять ему, лингов нету, бейнов нет, заказ очень-очень маленький. 90, кстати, 90, лимит-то, кстати, близок очень вообще. Боевой... Ну, рабочих меньше. Короче, у Скалита боевого и рабочих меньше. Ну, 80 на 100 против тирана, это печаль. Хата не добывает. А, третий еще не добывает. 3-3 у Джак же подъезжает. Грейды. Нет, он не может отпустить эту игру, я уверен. Yeah, yes.
Скарлет пишет. Ну что? Если муту забывать не будет, можно драться, можно драться. Так, ну что, Джакджа 1-0, поехали. Вторая игра, скоро уже матчи за квоты будут. Я вам сейчас скажу, какая у нас ситуация. Так, Ким Дак Янг против Су будет матч за квоту. Ким Дак Янг это, по-моему, Билуи, то есть это ПВЗ будет. Бани Бьял ТВЗ будет за квоту. Элайв против победителя Джакджа Скарлет, то есть Тиран, ну тут за Скарлет надо валить. Хэс, тайванец, прошел, ждет Мару Тивая. Вот такие вот дела, там ТВП будет. Короче, зеркалок не будет, если здесь Скарлет победит. Ну, победитель Скарлет. Скарлет for the win. В общем. Ждем только победы. Ну, Джакджи тоже давно, кстати, нигде не участвовал. Ему тоже полезно будет в турнире поучаствовать. Пока Джакджи разрывает. Вот, я же вас всех приветствую. Зовите всех сюда на стрим. Игры крутые идут. Вот, помните, прошу поддерживать над меня и мой канал. Последние дни ноября. Марафон стримеров кончается, блин. Отстал от Абера уже на 10 тысяч, но у него по аудитории был перевес и по поддержке, видимо, тоже гигантский. Вот, у Абера разы все 5 тысяч третьим местом, то есть просто меньше 100 тысяч рэ, как бы. Вот, у меня же 15, как бы, тысяч, это 300 тысяч почти, как бы, 250, то есть без шансов. Нагнать по ходу дела, ребята. Такие дела, короче. Но до конца марафоним, как бы обещал ноябрь марафонить, значит марафоним. Сейчас свет рублю. Открою, а то опять что-то душновато становится. В этот раз хоть не масс-рипперы, а Джакджа. Ну посмотрим, как Скарлет справится с обычным билдом здесь.
Третий ухват, кажется. Третий ухват своевременно. Фига дрона подкинула. Отсюда, прям сюда. И он такой, оп, и минералы сдал сразу. Изи, говорит дрон, изи. Ну что, Скарлетт ничего не потеряла, да? Ноль потерь, Рипер вообще ничего не убил. Это замечательно, конечно, когда так происходит. Тем более сейчас муфлингом будет, как бы и все будет окей. Но видела ли Скарлетт билд? Нет, Скарлетт билд не видела. Надо залететь овером буквально на чуть-чуть вперед и понять, что здесь происходит. Не спешит Скарлетт этого делать. Достаточно увидеть здесь просто барак вот этот слабый. То есть все сразу станет понятно. Лаба работает, значит Steam, значит передроп. Ну так вот, он полетел. Овер. Все видит Скарлетт. Все, не надо больше ничего. Видите, здесь не надо отдавать просто ничего. Так, здесь газ заказывает Скарлетт. Хорош. Но дрона все-таки зашатал газ. Все-таки одного дрона вшатал, но овера Скарлетт зато не отдает, и это очень круто. Так, здесь Джек же что-то нервничает. Сэшки стреляют. Привет, Рицо. Вот. Задержка 3 минуты, помните. Так, тут что-то линги прибежали. Две штучки минус. Ничего-то прибежали. Скарлетт хотела посмотреть, где находится Джек же войска. Ну вот не надо всех, вот начинается, только похвалю, блин, только сразу же уже начинаются какие-то косяки. По рабам на 9 больше у Скарлетт, это очень хорошее преимущество, тайминг эволюшенов замечательный. Грейды будут раньше намного. Один-один делается. Здесь тоже, кстати, не, отставание это будет не намного бы... Не сильное, точнее, у Джек же отставание по грейдам. Примерно как у Скарлетт. У Скарлетт даже больше в первой игре было отставание. Здесь главное сдержать вот этот первый удар. 14 мариками. Крип, конечно, много минуснет сейчас Джак же. Надо ли минки было даваться? Закопаться, а что делать-то? Минка вкопалась, ничего здесь не поделать. Лингом пытается Скарлетт выманить. Овером, да. Минку фокусить, минку не зафокусить. Королева одна, все лишь падает. Хорошо, хорошо, Скарлетт разменивается. Лейера. Пока нет лейера. Макро хата до лейера у Скарлетт. Нифига себе, а что так прямо сурово-то? Беллинг Нест пошел. 15 дронов заказ. Экономика не перехалявит ли сейчас Скарлетт? Джак же собирается наносить удар еще один. И это 18 мариков. Это очень много. Без бейнов просто нереально будет держать, по-моему. 8 королев, 20... О-о-о, нет, тут печаль. Даже без щитов очень больно сейчас будет Скарлетт, признаться честно. Так, королевы вроде контролят, трансфьюзы есть, надо бы окружить, окружить не получать. 6 лингов, всего 6 лингов, блин, строится как мало. Это, сбивать медиваки надо. Хорошо, щитов нет у Джак же. Если сейчас Скарлетт выдержит этот прессинг, у Скарлетт будет все в порядке вообще. Кьюверли. Пока ты выигрываешь сегодня конкурс лоупоков, где лайф? Где лайф? Домашним арестом был, не знаю где сейчас. Ставные матчи, лайф 3-2-2-шник. Короче, продолжается прессинг, Скарлетт уже меньше лимита. Марики сочетаем, вот есть Балентнес, почему два бейна-то не заморфить? Ну что за бред вообще, короче? Это 2-0, короче. Джак же, ребят. Будет одно ТВТ у нас за квоту. Ну, какая разница? ТВТ так ТВТ. Покидаем группу. А я ведь болел. Мару Тивай у нас. Как там у них дела обстоят? Без понятия, как у них дела обстоят. Так, Life Jack же, ТВТ, Банни Бьял, ТВЗ, Биловесу, ПВЗ и Хэс, ПВП будет против Мару, ПВТ, точнее, против Тивая или нет играть. Дарит всего 3 минуты,
Таковы правила на ИЕМе. Значит, на Гудгейме постоянно счетчик. То ли люди не приходят, не добавляются, то ли в натуре счетчик как криво работает. Сейчас проверим, там на стримах, может, где-нибудь Тивайс Маро играет. Да, на главном стриме он играет. Маро 1-0 ведет, между прочим. Так, Мару забирает КСМ-ку. Но если Мару пройдет, то многим фанатам Мару будут рады. Тиваю не повезло опять. Тивай все отборочные участвовал. И, блин, то Мару отдается, то еще кому-нибудь. Но в этот раз вроде Тивай отбивает все эти врывы. То у Мару уже циклон есть. У Тивая, в свою очередь, ЦЦ-шечка пораньше. Ну что, ребят, привет Хайдиоси, привет СК2Т, всем Good Game Twitch, все-все-все плееры, вроде как сегодня все работает. Марут играет мех, обратите внимание, блин, жаль, что не в этой игре, ну а что делать? Тивай тут вперед собирает. Не знаю, стимпак, смотрите, био против меха, когда у меха грейды раньше, причем двух армори делаются. Всегда я говорил, что это просто для био печаль полная. Особенно если Мару 2-2 закажет, потому что мех уже 2-2 с био 3-3-то там разрывает напрочь вообще все.
А S33 в 3.3 там мех вообще не уничтожить био 200 в 200 лимит. Только с преимуществом по боевому лимиту, других вариантов нету. Смотрите, как циклоны камни, они вообще их не бьют. У камней 3 армора. Вот, ну хоть бонус по камням есть. Ну, ждем пока что начало, в общем-то, всех матчей за квоту, которые будут по очереди идти. Это очень круто. Только одна зеркалка. Ну, ТВТ, а ТВТ сейчас интересно смотреть. Нас, ну, как бы понимать, 2-2 Мару мгновенно заказывает сейчас. Просто 2-2. Синее пламя, викингов много. Залетает Мару. Тут туретка есть, под туретку не надо лезть. Плюс марики, плюс циклонами может захватить Стивай. Стивай решил подблочить, кстати. Ну, опасно, опасно. Но мех там будет танков очень много. Хотя Стивай много он обложил. Может, Мару сразу будут сюда пройти. То есть, если здесь занять позицию парой танков, можно хотя бы 12 часов обезопасить на будущее. Так, идет Мару вперед. Реально лимита много достаточно. Но танки начинают доставать. Так, здесь Сич на лоу-граунде пошел. То есть не дает Сиваю хотя бы развивать свой успех, так сказать. По танку залп. Вот Мару побеждает. Изи просто. Снимает еще пару танчиков вперед. Подает. Туретку сейчас расстебает. Туретку застебай. Застебал туретку. Все, викингами можно поконтролить, полетать. Если заполучить преимущество по воздуху... И, знаете, Мару как быстро соображает. Только туретку сбрил, сейчас будет воздух брать. И сразу два либератора. А либераторы нужны для чего? Разложил просто. Либо оппонент сваливает, либо теряет танки. Стандартный расклад сейчас. Кто контролит воздух, тот с либераторами унижает просто. Мотивай не тупит и делает контрдроп, ведь биомобильное. И это абсолютно верное решение. Надо идти на мейн, а на мейне нечем встретить Мару. Ну, это да, вот ошибка Мару, на самом деле, очень серьезная, что вот он косячит с обороной такой. Так, здесь либераторы полетели. Ну и часть викингов отвел, в итоге Тивай на халяву викингов забирает. Что ты будешь делать? Рейвен спаситель просто. 4 автотурели с гигантским демеджем. Какой там у них сейчас, 15 или 16, по-моему. Плюс грейд есть на 30% увеличивает. Ну, конечно, грейдов сейчас никаких нету уникальных на Рейвенов, это факт. Потому что здесь нет масс рейвенов, и на одного рейвена это бессмысленно все делать. Так, идет вперед Мару сейчас. Ну, что-то на муви сливает танки просто. Надо ли было так... А, хелбаты дропаются. Ну, с хелбатами да, но надо викингов сажать, наверное, тогда. Хотя здесь несколько мариков, которые роль мяса просто играют в данном случае. То есть они без щитов, они вообще без всего. Ну, там контрдроп идет от Сивая, насколько я вижу, да? Скажите нам, да. А, викинги сели. Минус викинги теваю. Сейчас проверю, нет ли тут Мару. Силаем, нету здесь Мару. Все ждут конца, видимо. Так, танчик по земле викингов. Вы же танк, куда ты сейчас танк развалит? Танк же сейчас уничтожается викингами жестко. Ё-моё, Мару наглее здесь. Черт с цеха делается. Чего не посадил, странно. Тивая больше по лимиту, но у Мару 2-2 мех, ребят, против 1-1 био. Это печаль для био. Если хелбаты на 2-2 с медиваками дропнутся в мариков, марики просто заплачут слезами горькими. Мару пытается через центр обойти, смотрите. Тивая пытается менять позицию. Ну, позицию-то он меняет, но Мару тут разложился. Сейчас сенсор тавер может выбить, хотя бы попытаться. Нет, даже сенсор тавер что-то не достает танки. Поближе надо подвести.
Заходит Тивай, Мару ушел, а здесь планетарки нет до сих пор. Ну вот вот где косяк. Дропаются хелбаты. Танки все же Тивай фокусит центр этих танков. Но Мару с 2-2 танками здесь нормально на самом деле держит позицию. Но что-то по лимиту наотдавался опять жестко. Хелбатов теперь нет, чтобы дропнуться. Вот маленькие, но ошибочки от Мару приводят к тому, что он инициативу теряет. Пытаюсь чекать, там, что у нас в батле происходит. Мару третья атака. Да, у Тива 1-1 био было. Блин, вот Мару надо было поаккуратнее бегать, не отдаваться, как бы нормально было бы. Ну, мех, кстати, интересный сейчас стал вот в новом патче. Даже циклоны. Кстати, причем циклоны не применяются в принципе, как бы, да? Но танки сильнее, ХП больше, как бы, прикольно, шарашит вообще. А, 25 у туретки с грейдом. Жесть вообще. Серьезно. Как спалили движуху с лайфом, на передаче денег лайфа взяли. Ну что, ребят. В центре Мару пытается держаться. Ну эти держатся, Тивай что-то бегает на муве, сливается. Уже по лимиту Мару вроде как и в плюсе. Вот, в общем-то, ТВТ стало позиционным очень-очень крутым сейчас. Нету этого дерьма био на танки летающие эти в медиваках, бреда этого. Вот, и теперь, как бы, есть что посмотреть стратежно. Стратежность есть, не просто дроп прилетел, танки туда дропнул, разложил. Хотя в предыдущем ТВТ тоже была прелесть в напряженности его, то есть постоянно вот это выжидание, когда стим нажать, когда полететь позицию занять. Но мехом просто нереально против этого было играть. Теперь же вновь возможность это появляется. Так, Мару вперед уже идет. Так, Хелбатов дропает, чтобы био наверх не дропнулось жестко. Так, здесь викинги полетели. Загрузились хелбаты. Мару уже по лимиту-то перевернул. 3-2 грейды у Мару сейчас просто на технику. Это жесть. Два танк. Так, один ушел, один на там 2 хп ушел смешных. Мару идет вниз на 6 часов сейчас придет. Тивай не может сдержать здесь ничего. Так, Тивай на муве ходит. Мару там по центру либераторов раскладывает. Здесь займет позицию под планетаркой, то все, для Тивая печаль это. Минус планетарк стопудово. Мару занимает позицию. Так, контратака идет от Тивая. Мара прилетает, хелбатами дропаются. Приходит мех весь. Хелбаты, танки просто все укатывают. Медиваки падают 160 на 140. ЦЦ-ха сразу новая на замену прилетает. То есть просто новую планетарку морфить. Третий армор делается. И сейчас Мару сразу же Тивая выбьет. И 3 часа при этом всем как бы. Просто красавчик. ЦЦ-ху не вычинить будет. Тивай попытался свич сам в мех какой-то сделать. Нелепый свич, я вам скажу. Ой, мехка уже био грейженная такой. Надо в размен играть, пытаться все время. Мару снимается, возвращается назад. Здесь либератор просто. Танки бомбит вообще. Один либератор всю атаку сорвал в центре разложенной.
Сивай отступил, загружает био. Умару на четырех цехах сидит, надо вычинить медиваки, надо готовить новые врывы. Сколько у Тивая грейдов на танке, интересно. У него есть атака хотя бы одна вообще на тех? Должна быть, обязана быть она. Иначе это вообще обречено все. Тут Мару идет опять по ЦЦ-шку четвертую. ЦЦ-шку минуснет сейчас. Сука, у викингов грейдов на воздух Яхз. Но здесь дроп на мейн к Мару залетает. Мару что тут на муви дерет сейчас. Давайте танков посливать. Ой, сейчас танки погибнут. Порядочное количество погибнет. Но Мару идет последнюю планетарку уже Тиваю подрезать. У него фактически ЦЦ только там на трех часах останется. Ну, рабочие не отчинят. Танки с плюс 3, они, конечно же, дэмэдж просто гигантский имеют. Надо убивать КСН-ки сейчас. Тивай опять в размен пытается пойти, но нет, нет, судя по всему, ничего не получится. Слишком много тут что-то Тивай, я вижу. Пытается Мару заходить. Ой, Тивай пытается заходить. Он планетарка сдерживает очень сильно. Плюс викинги возвращаются. Танки по центру идут. Пошли Хелбат вперед. Медиваки сбиваются, хелбаты дропаются. Викингами можно было бы сесть, но даже без викингов здесь все в порядке. 70-148, Мару за квоту будет биться, просто царь закрываю. Стрим здесь нафиг. И ждем. Джак же лайф, Би Албани, Билу Ви Лайф и Хэс Мару. Такой порядок будет. ТВТ первым. Отлично. А вот уже хост есть, и я прыгаю вперед. Ну что, Мару мы увидим сегодня, ребята. А многие Мару любят очень-очень у нас сильно. Так, Мэджик будет с лайвом биться. Ну не надо тут нам таких движух. Ё-моё. Привет всем, братва. Короче, помните, поддерживать надо меня и мой канал. Отключайте адлоки на премиум, подписывайтесь. По реквизиту описания лучше через плеер в этом месяце поддерживайте. Ну, ждем начала. Все, сейчас 4 подряд игры за квоту будет. Вы видите, в чатике написано. Джак же лайф, Би Албани, Билу Вису, Хезмару. Короче, ТВТ, ТВЗ, ТВП, ПВЗ и ТВП, короче, все 4 разных матчапа вообще. Ну, это круто, что говорить. И получается, что один не кореец, опять же, бьется. Вчера я Асону прошел, зерк китайский. Сегодня Хэс будет биться, но Хэс против Мару, я ХЗ вообще. Это как-то... Не знаю, какой ТВП у Мару сейчас, но, видимо, крутое. Опа, здорово, Кирилл. Кстати говоря... Давно тебя не видел на канале. Да, конечно, народа впритык вообще. Но на Димагу, на Пашу места бы хватило. Может, что-то и не все даже здесь.
Все, наконец-то игра начинается. Поехали. Все, поехали, ребят. Jak J Life. Не отвлекаемся. Тут за бедный родственник залег, а? Так, барак, факта, старпорт и лайф. Здесь у нас другой билд с ССЧкой у Джакжа. То есть здесь рипер ЦЦХовал, а здесь рипер Свич в ранний такой, в общем-то, мех. Будет более агрессивная лайф, получается, действовать. А, ванша будет у него, ну ясно. Очень ранняя ванша. В принципе, здесь старпорт успевает подстроиться по-любому к банше и... Можно успеть и Рейвенка заказать. Ну, не знаю, будет ли Джакжи танки не строить. Рипер сейчас на мейн будет прыгать, а у Джакжи вообще он не понятно где стоит. Причем другие юниты, которые могли бы контролить здесь, вообще ничего не контролят, блин. Знает же, что Рипер... Вот что вначале может произойти? Ничего не может произойти. Причем видел Джакжи, что здесь однобазовый как бы опенинг идет. И понимает, что юнитов много быть не может, просто прилетает рипер, две КСМ-ки на халяву забирает. Чем одну еще КСМ-ку. Так, после ЕМа можно на лайфенкап заскочить, но на ЕМе еще 4 бо 3 будет, а на лайфенге 6. То есть теоретически мы можем успеть на 2 бо 3 на лайфенге, но может быть, если там дольше будет идти, то там больше будет матчей. А если там будет идти быстрее, то можно и никуда не заскочить вообще, в принципе. То есть ситуация такая. Вот. Принимает Джак же тут гелика дэмэдженного. Есть викинг. Эти здесь не было банши. Да, банши не... А, здесь Рейвен был, все ясно. Где он, Рейвен этот? Вот он, Рейвен. Приходит рипер, минус рипер.
Так, старпорт на реактор, барак на лабу. То есть это будет Steam, это био будет, это лайва 100%. Я сомневаюсь, что Джак же в мех будет играть, но Джак же иногда играл раньше в мех. Так, попался викинг, который кусался. Улыла его. Ну, здесь дроп 2 танка, 8 мариков. Ой, Ревен, у него 150 энергии на 3 аж целых автотурели, а здесь на одну всего лишь ставит Джакжа. Но Элайв проморгал просто момент врыва викинга Джакжа. И уже бесполезно. Вот если бы ты сразу 3 автотурели поставил, так бы был бы другой расклад. Какой-то тормоз, ё-моё, Элайв. Джак же отбивается, в итоге на халяву фактически. У Джак же будет третья ССР-шка раньше, но тут, правда, сразу на базе снизу ставится, да, как бы. Здесь делается плюс один, а у Джак же что? У Джак же только заказ, ну, хотя вообще разрыв минимальный, да. Старпорт строит новую лабу, здесь новые бараки добавляются, а здесь уже, как бы, с реакторами они будут. Еще плюс два, у Лайва 5 будет бараков, и Лайв как-то в плане... Макро в плане наращивания производства лучше, чем Джак же смотрится гораздо. А, причем Старпорт это, видимо, под барак даже реактор делает, под новый. То есть, как бы, отсюда барак сюда, может, отсюда сюда, например, перелететь. С цеха третья орбиталочка полетела. Ну что же. Так, здесь гелик приехал, чуть бы не был уничтожен, уезжает. На 6 хп здесь наркоман за ним бежит. Хочет разобрать на металлолом, не получится. И покрышки пожечь. Потому что на отходосе холодно станет, когда со стима он, ну а что делать? Сжечь покрышки от гелионов вражеских. Вот. Так, да, а нет, смотрите, старпорт под себя реактор строил. Значит, здесь немножечко запаздывать будет Джак же с продакшеном мариков, но не дико прям сильно, чтобы там, я не знаю, проиграть уже в этой игре. Полетели мулы на третью базу Лайва. Здесь один мул добывает, добыча у кого повыше. Так, Либератор бомбит. Дроп на мейн. Лайв чуть в плюсе по лимиту. Джак же как-то зато вторая... Так, зато вторая инженерка, если армор есть. Есть армор давно уже. Здесь минка приходила, но Либератор ушел. Уже Либератора выгонять без рейнджового нужно делать рейндж. То редко, конечно, когда ты играешь био, то инженерки заняты, как бы там не сделать грейд. Так, фу, Джак же как со щитами это завтыкал. Стимпач с Джак же, танки в сич. Если Лайв был, вот если он скан кинул бы, вот если Лайв первый стимпачнулся, зашел бы своими мариками, которых даже больше, чем у Джак же, здесь стоит на ХГ со щитами, он бы разгромил бы нахрен. Потому что если только танки бы заранее были засичены, в этом узком проходе бы мариков сплэшем бы накрыли своим. Вот. Если они бы сиджились по факту, был бы разгром тогда. Но этого не произошло ничего. У Элайва 2-1, Джак же только второй армор закал 2-2 уже может заказывать, но не заказывает. Ну и Элайв приходит и позицию занял под третьей базой в итоге. Придется уходить. Звуки из игры есть, из игры звуки, все в порядке.
Так, здесь либератор прилетал, минус либератор. Пытается Джак же отбиться. Марики забегают. Какие ж поздние щиты. Вот как можно делать билды такие, что... А, ну у Лайва, видимо, две лабы в какой-то момент работали на бараках, судя по всему. Он потом с танками поменялся. Вот. Но это билд называется, как бы лучше. Ну, лучше билд. Так, Джак же и не заказывает второй армор. А зачем? А зачем второй армор? И так Марики сильная атака. И еще. Все равно там оппонента стоит. Надо фору-то дать немножечко. Медивак зато поймал. Но полемит по боевому в плюсе при любом раскладе. Считаю, грейды сейчас сравняются. Если бы Джагер второй армор заказал пораньше, был бы в плюсе по грейдам. Так, тройной дроп, ну и лайф внимателен, улетает. Если бы сейчас три медивака сбил бы Джак же, это было по автогг фактически, потому что... Ну и в итоге Джак же одновременно с лайфом заказал армор на мариков, вы видите. Так, есть танки, жесткие залпы делают. Вторую атаку заказал лайф уже, Джак же 3-2 заказал. Но атаки второй на технику не заказано, это важный момент атака, конечно. В смысле звука игры нету? Как его может не быть? Не знаю, весь день был звук из игры. Куда он сейчас делся? Так, ну что, тут Джак же поджимать пытается Элайва. Так.
А с какого момента звука не стало? Просто на самом деле звук есть, как бы, и он почему-то не захватывается. Вовсе, видимо, я не знаю почему. Вот. Ну что, Диджак же отбивает врыв Элайва, а сам-то продолжает прессовать, между прочим. Нужно законтролить воздух. Воздух побеждает при этом Джак же. В хлам вообще причем. Короче, после этого Бо-3 надо будет проверять, перезаходить StarCraft, другой возможности здесь нет, что-либо сделать, как бы. Вот. Сейчас попробую. А с какого момента звука не стало? Просто на самом деле звук есть, как бы, и он почему-то...